кто-то был здесь не так давно. Не пройти. Поищу другой путь. Эти следы свежие. Должен быть другой способ попасть внутрь.
Позади нее что-то есть. Путь свободен. А ведь здесь, именно здесь начался мой путь. Похоже, кто-то присматривает за этим местом. Здесь кончилась моя жизнь. Теперь тут стоит алтарь, в память о том, что нужно забыть. Это для Руджика? Кто может беспокоиться о душе этого мерзкого предателя? Кто-то закрыл проход. Запах пролитой мной крови еще ощутим. Мумия Цапли. Воскрешение? Нет. Тот, кто сделал это, видимо, знал, кем Руджик был в Ордене. Руджик этого не заслужил. Такие почести. Это же гробница фараона. Сделавший это, оскорбил царя. Руджик этого не заслужил. Такие почести. Это же гробница фараона. Сделавший это, оскорбил царя.
маска Руджика. Я едва помню, что было после нашего боя. Стрела Руджика. Та, которой я вычеркнул его имя. Теперь она бесполезна. Тень прошлого. Здесь я узнал все, что мне было нужно. Именно здесь я осознал свой путь. А Руджик нашел свою смерть. Стрела стала символом всего. Помню, как ударил его. А затем, когда я пришел в себя, Руджик был мертв. Руджик не заслуживал погребения. Но его похоронили с почестями. Кто-то подготовил его к пути в Дуат. Кто бы это ни был, он специально оставил тут мумию цапли. Видимо, знал, что Руджик носит эту кличку. Судя по свечам, кто-то приходил сюда. Хотел почтить память Руджика. Но я знаю, сердце Руджика так и не нашли. Этот негодяй страдает в Дуате, и обряды не помогут. Пусть меня судят. Но я не жалею о содеянном. Мое сердце никогда не станет легче первого.
Thank you.